дорогие друзья и уважаемые пользователи! Сегодня наша встреча состоится в таком вот формате с психологом. Тема нашей беседы – искусство жить, психология для всех. На встречу мы пригласили Людмилу Николаевну Касаткину, практического психолога, арт-терапевта. И надо сказать, что Людмила Николаевна занимается арт-терапией очень успешно и с 2008 года. Здравствуйте, Людмила Николаевна. Здравствуйте. Итак, о чем мы сегодня будем говорить? Что такое искусство жить? Оно же ведь складывается из многих факторов. Какие чувства нам помогают испытывать некоторую радость, некоторое счастье? Это мы все понимаем. И радоваться, и ощущать себя счастливым довольно-таки легко и просто. А вот есть же другие чувства, с которыми нам очень трудно справиться, и мы не знаем, как жить с этими чувствами. Поэтому мы обращаемся к специалисту. Вопрос, конечно, интересный. В нескольких фразах, словах об этом говорить сложно. Но я постараюсь определить основные трудные чувства, которые очень часто беспокоят человека. Это 5 трудных чувств. Гнев, страх, вина, обида, стыд. И стыд. Вот эти чувства, они очень остро переживаются всегда человеком. И наша задача сегодня посмотреть, как они возникают и какое влияние они оказывают на организм человека. Потому что психика и тело человека – это единая система. И она неразрывно взаимодействует, и мы можем свои эмоции ощущать, мы можем о них говорить, мы можем понимать, что с нами происходит. И поэтому сегодня я хотела бы вам рассказать о том, что все чувства имеют свой портрет. На примере острого чувства, которое беспокоит людей, я хочу рассказать о чувстве гнева. То есть гневом можно управлять? Можно управлять гневом, как и любым другим чувством. И вашему вниманию я хочу представить портрет этого чувства. Любое чувство имеет 3 основные функции. Они же нам зачем-то нужны, эти чувства. Они зачем-то проявляются в нас. Вот наша задача понимать, откуда они берутся, что они несут организму человека и как с этим справляться. Итак, функции любого чувства – это биологическая, социальная и мотивирующая функция. Вот мы рассматриваем это на примере чувства гнева. В чем заключается биологическая функция? Это эволюционная функция. Она направлена на то, чтобы справляться с какой-либо угрозой, вызывает прилив силы, уверенности в себе, дает приток ресурсов, позволяет действовать. Это одна из реакций выживания. Человек выжил, потому что он испытывал чувство гнева. Испытывал чувство гнева и реагировал на него определенным образом. Мотивирующая функция этого чувства – это способ мотивации на действие. Высвобождается очень много энергии, которую нужно обязательно выпустить для того, чтобы она в дальнейшем не оказывала влияния на организм человека. И чувство гнева может быть выпущено вовне, а может быть направлено на
Внутрь себя. Внутрь себя. И тогда это очень опасно и может перейти, конечно, длительное, когда человек длительно сдерживает именно чувство гнева, это может вылиться в психосоматику. Это, как правило, сердечно-сосудистые заболевания, инсульты, инфаркты. А как же, если повышаешь голос, понижаешь интеллект? Такое есть выражение. То есть, если ты загоняешь гнев внутрь себя, ты разговариваешь достаточно спокойно, ты не даешь себе возможности выпустить этот пар наружу. Как-то вот. А почему понижение интеллекта? А не знаю, это я вот такой вот афоризм где-то прочла. Повышаешь голос, понижаешь интеллект. Ну, всегда, всегда не надо кричать. Кричать. Выплескивать гнев. Кричать, во-первых, не обязательно совсем, потому что можно использовать другие методы и другие формы поведения для того, чтобы справиться с этим чувством сложным. В дальнейшем, чуть позже, я расскажу, как это можно сделать. А в общем, с интеллектом это не связано никак. С интеллектом, я думаю, это никак не связано. Это совершенно правда. Поскольку чувства и тело взаимодействуют, поэтому любое чувство может ощущение в теле вызывать. Потому что химия срабатывает. Я не буду углубляться в то, что происходит в организме, как начинают работать внутренние органы, как они производят гормоны, как эти гормоны действуют на человека. Я углубляться в это не буду, но то, что чувства и тело взаимодействуют, и мы можем в ощущениях это замечать, это совершенно правда. Ну, это как любовь. Бабочки в животе, да? Да. Ой. Да. Вот если мы будем говорить о страхе, никому не надо рассказывать, как он проявляется. Потому что все люди совершенно, все абсолютно, когда-то хотя бы один раз в жизни испытывали страх. И что происходит с телом при этом? Тело начинает вести себя несколько по-другому, чем в обычном состоянии, да? Сжимается, напрягается, клеточки сжимаются, напрягаются. Мы начинаем видеть только один объект опасности. Вокруг мы уже ничего не видим. И возникает, скажем так, получается коридор, туннель, который вот мы видим только то, что, на что направлен наш страх, это чувство. Да. То есть да. Как у лошадки, да. Зашоренность. Да. И вот когда мы замечаем это, мы, конечно, можем на это подействовать каким-то образом. Но не получается. Иногда не получается. Тренироваться надо для того, чтобы управлять своими эмоциями. Это доступно каждому, но действительно в определенный момент человек может забывать об этом и может не воспользоваться, даже если он знает какие-то техники и приемы. Например, длительная тревога может приводить к фобиям. Всем известно, что кто-то боится оставаться в темной комнате, кто-то боится замкнутого пространства, кто-то боится летать на самолетах, пауков, в конце концов, кто-то боится, ну и так далее. Приводить примеров таких состояний нужно много. И доводить до такого состояния фобии просто не надо, нужно с этим чувством работать и нужно это устранять. Сложное очень чувство вины.
Оно, но нужно обязательно знать, что чувство вины бывает мнимым и бывает реальным. Когда реальное чувство вины человек испытывает, то есть он совершил какой-то поступок, дальше обдумал это все, и он считает, что он виноват, в этом случае мы можем совершенно спокойно искупить свою вину. А чувство вины всегда требует искупления. Мы можем искупить каким образом? Мы можем побеседовать конструктивно с тем человеком, которого обидели, мы можем извиниться перед ним, мы можем другие какие-то способы использовать. То есть мы можем реально это все привести в равновесие. А вот с мнимым чувством вины сталкивается очень много людей, которые не понимают, за что они себя винят. Или понимают, но на самом деле ничего не совершали. Поэтому с мнимым чувством вины просто тоже обязательно нужно работать. Оно приводит к очень тяжелым последствиям. Именно потому, что мнимое чувство вины не искупить. Его нет. В общем-то, искупать нечего. Да. Да, но человек накручивает. Но да? Чтобы было более понятно, человек, например, думает, зачем он родился на свет. То есть он кому-то мешает, ему так кажется, что он причиняет неудобства кому-то в жизни. Да, и да, начинает вот это вот все. И очень сильно нервничает из-за этого. А на самом деле искупления-то нет, потому что возможность жить, она дана каждому, кто родился в этом мире. И искупить вину за то, что ты родился, можно только жизнью. А значит, это всякие разные способы, когда человек может неадекватно совершать поступки с самим собой. Да, может. Это достаточно сложно. Да, и человек может довести себя до суицида. Он может уйти в алкоголь, может уйти в наркотики, может начать повреждать себе какие-то органы. Сложные очень ситуации появляются, и не допускать этого, конечно, надо. То есть очень трудно пережить вину, но я вот как поняла, что с реальной виной справиться легче. Конечно. Это одно из самых тяжелых чувств вина, да? Да? А мнимая вина тут без специалиста, наверное... Трудно обойтись. Трудно без специалиста. То есть рюмкой чая здесь вопрос не решится, мнимой виной. Думаю, что да. Думаю, что нужно глубже работать, потому что причины лежат иной раз в такой глубине подсознания, что даже на поверхность к сознанию ближе поднять эти чувства очень сложно. Есть, опять же, определенные техники, но здесь надо работать со специалистом. То есть, правильно говорят, все проблемы в голове. В голове. И если хотите каким-то образом начать справляться с некоторыми не очень сложными ситуациями в своей жизни, можно, например, применять простые техники для того, чтобы справиться со своими чувствами. Например. Это техники дыхательные, это техники расслабления. Сегодня, например, можно, я вам покажу технику, когда тревожится человек, непонятно почему, перед каким-нибудь выступлением, перед каким-нибудь мероприятием, не может унять тревогу. Давайте вместе попробуем. Давайте попробуем. Вот положите ладошки на стол. Так. И обратите внимание на то, какая поверхность у стола. Шершавая или гладкая. Теплая или прохладная. Обратите внимание на каждый палец. Как он соприкасается с поверхностью. Плотно ли он прилегает. И все эти ощущения фиксируйте у себя в голове. Этот приемчик очень простой, но он очень быстро снимает и раздражение, и тревогу,
и какие-то чувства волнения. Волнения. То есть мы переключаем, получается, свое внимание. Это своего рода переключение, да. Одно из простейших. Да. Дальше. Следующая техника очень простая. Вы можете взять лист бумаги, какой под рукой есть, взять какой-то пишущий инструмент и, собрав всю свою вот эту ненужную энергию, негативную энергию, начинать чиркать лист, каляку-маляку рисовать. Бездумно. Бездумно совершенно. Ничего дальше с ней можно не делать. Можно усиливать этот эффект произнесением чисел в беспорядке. Какие числа приходят в голову? Бездумно. Какие числа приходят в голову, такие и произносите. 25, 36, 7, 15. При этом энергично рисуя каляку. При этом энергично чиркаете лист. Вот пока на нем свободного места не останется. Живого места, я бы так сказала. Если вы понимаете, что вам нужен еще лист и еще лист, вы можете продолжать это. Я уверяю вас, что состояние ваше придет в равновесие очень быстро. Желаю успехов вам в том, чтобы жить осознанно, уметь называть чувства, которые вас посещают, уметь признавать их, что они в вас есть. И после этого только можно начать работать с ними серьезно. Да. Для того, чтобы они вам не мешали жить. Спасибо. Друзья, я спасибо всем. Очень много вынесла из беседы с Людмилой Николаевной. Надеюсь, что вы тоже. Спасибо всем.